очень большая и жирная. В этом отношении сегодня день просто вот просто праздник какой-то, в буквальном смысле слова. Праздник, да, праздник. Выше были не только материальную составляющую и сетку, через которую осуществлялось очень серьезное влияние, выше были саму одну из главных идеологических скреп поломали сегодня. О том, что здесь война идет за православие. Здесь идет война за что угодно, только не за православие, потому что православие, причем православие очень хорошо представлено, большим количеством приходов, показало жирную дулю и сказало: ребята, нам с вами не по пути, потому что вы есть, как есть, нехорошие товарищи во главе с вашим Кириллом.